Мы ежегодно в Казани благоустраиваем новые парки и скверы. В этом году работы благодаря подготовке к форуму БРИКС развернулись на 16 новых зеленых точках. И одна из них – это входная группа парка Горького. Впервые благоустройство такое масштабное было к тысячелетию Казани. Затем следующее мы делали уже к играм Универсиады 2013 года. Растет город, растет востребованность этого парка, большой поток людей, поэтому мы приняли решение поменять как входную группу, так и подземный переход. На сегодняшний день треть работы уже выполнена, но мы четко видим, когда мы завершим эти работы. Сегодня перед нами стоит задача восстановить монумент славы, ее историческую часть. Мы поменяем гранит, мрамор, будет выполнено новое благоустройство. Дополнительно к тому, что мы сегодня там имеем, высадим 1000 роз и новые малые архитектурные формы. Планируем все эти работы завершить к концу лета.